Всем привет! Сегодня очередные матчи к отбору чемпионата мира. Да, много матчей. Я выбрал один матч, который показывает прямую по Матч ТВ. Это матч сборной Германии и Исландии. Немцы играют против исландцев. Да? Вот. Ну, что сказать об их командах? Да ничего нельзя сказать. Вообще непонятно, что там происходит. Не играли хуй знает сколько. Будут играть без зрителей. Это надо еще тоже учитывать. Вот. Смотришь последние матчи. Последний матч немцы, кстати, проиграли испанцам 7-0. Да, 7-0. Я не знаю, по-моему, там у них второй состав и был, да? Из-за ковида, наверное, да? Как у украинцев против французов тогда, помните, когда 7-1 они их обыграли. Вот. Поэтому непонятно, в каком состоянии будут немцы, да? Ну, кто-то скажет, ну, Бавария вот всех ебет, да, вот. Ну, в Баварии-то там больше половины состава не немцы. Вот, там тянет всех Левандовски. Вот. Поэтому не знаю, в каком состоянии будут немцы. Да? Что я могу сказать о немцах? Ну, это забивающие и пропускающие команды. Вот. Они тут могут выиграть этот матч там, 5-1. А могут сыграть 3-3. Вот. А могут 2-3 проиграть. Вот. Исландцы. Что сейчас исландцы? Исландцы, а то Исландия, которая была ранее на чемпионате Европы, на чемпионате мира, да, уже практически ничего не осталось. Проигрывают очень много. Вот. И игроки уже постарели. Нового поколения. В принципе, полной замены тому поколению нет. Вот. И я думаю, в этом матче будет перестрелка по голам. Перестрелка по голам. И моя ставка на этот матч, мой прогноз, тотал матча больше 3,5 за коэффициент 2,08. Вот такой вот. Тотал больше 3, там очень низкий коэффициент, да, поэтому я решил голову не ебать. Взял 3,5. 3,5 за коэффициент 2,08. Это матч не для подъема денег, это матч для того, чтобы посмотреть. Так, ну и чтобы там себя как-то мотивировать, может поставить ставку. Вот, вот такой мой прогноз на этот матч. Будем ждать матча и надеяться, что будет веселый футбол. Всем пока.